Здравствуйте, друзья! Сегодня случилось со мной то, что случилось со мной всего до этого один раз. Вот на этом вот ноже от Steelclaw. Это боец. Steelclaw-овское видение парамилитари. Вот через 5 лет это случилось еще раз. Зацепился я сегодня за стол. И вот что мы видим. То есть Firebird повторил судьбу Steelclaw. Сколько у меня было ганза, сколько у вас было ганза, вы можете себе представить, чтобы на 704 ганза что-то случилось с клипсой? Я лично с трудом. Понятно, что ничего смертельного не произошло. То есть сейчас я просто выключу камеру, откручу 3 болта, все это подогну, поставлю на место, это все элементарно, это все не страшно. Но вот с такой клипсой, в таком положении, потерять нож с кармана, ну, это элементарно. Деньги, конечно, не сумасшедшие, но было бы обидно. Так что смотрите внимательно за своими фаербердами, пишите, было ли у вас такое на ганзе, или это болезнь обновленных их ножей от Firebird стали экономить. Либо это мне так не повезло, и у вас все в порядке, а я единственный, кто так смог. На этом все. Всем спасибо за внимание. До свидания.